это Санек. Санек представитель движения. Закурить есть. А это Сергей. Он представитель движения. Да-да, вот, конечно. Это Алина. Она очень хотела поступить в Гнесинку, но, увы, пока дальше душа дело не зашло. Алина, что новенького? Да вот, машину купила. Контролер, я тебе желаю счастья, нам незачем больше встречаться. Привет, радар, привет! Еще что-нибудь? Человек и кошки нынче правят в Риге. Стоп, достаточно. Эй, а как же я? Ну а это капитан нашей команды. Как вы уже поняли, если навигатор завел вас в какие-то дебри, вы проклинаете именно этот голос. Через 3 секунды начинайте. Поехали! Некоторые выпускники ТСИ работают почти по профессии, случай в такси. Мне на 3 быстрее, пожалуйста. Еще раз. Мне на 3 быстрее. Еще раз. Бриви быстрее. Еще раз. Бриви быстрее. Еще раз дверью хлопни, не закрылась. Следующий пункт нашего маршрута был введен навигатор по ошибке. Смотрим. Товар принес. Принес. С вас на план. В навигаторах бывают мужские голоса, бывают женские, а бывают и такие. Никита Джигурда на звукозаписывающей студии. Никита, Никита, пишем! Ну, Никита, немного сложали на последнем такте. Попробуйте на танцу выше. Ну, Никита, люди не поймут. На октаву ниже возьмите. Нахама Петра Тойнака! Отлично, записали! А у нас случай в Макдональдсе. И что ты вырядилась? Просто кто-то мне сказал, что мы идем в ресторан. Опять ты начинаешь? Это я начинаю! Да ты ел бургер с какой-то курицей! Это был Макчикен. Макчикен, да ты только еду и любишь. Вот любил бы меня, давно уже купил бы мне машину. Сейчас купим тебе Happy Meal, будет тебе машина. Ну ты, козел. Свободная касса. Свободная девушка. Никто не говорил, что стать логистом легко. За неделю до сессии. Блин, мне столько всего учить надо. Да я эту сессию не сдам. Алло? Тебе осталось ныть 7 дней. Ну сколько можно? Джигурда, я же говорил, возьмите на октаву ниже. А теперь представьте, Криштиану Роналду приехал в гости к маме. Мама! Сынок! Ой-ой-ой! Сынок, ты же не на работе. А, мама. Логистика зародилась еще в 17 веке, когда мушкетерам пришлось доставить подвески из Англии во Францию. И вот как они праздновали свой успех. Лавандос, гоните, а то уже 3-я на халяву пьете!
Одна из самых сложных проблем логистики – это распил бюджетных средств. Представьте, замок света наконец открылся, первая экскурсия. Ну что ж, пройдемте. Это у нас Ганвей. О-о-о! Это... Это чили-пицца. А-а-а! Это Ганвей. А где же книги? Молодой человек, вы что, слепой? Яня Роза с грамотница! Не переборщите, готовясь к экзаменам, иначе можно попасть на прием к доктору Хаусу. Мне кажется, у него бешенство. Ожог? Грипп! ТНП! Помогите врача! Вы прибыли в пункт назначения. Ну что ж, как говорится, все дороги ведут в Рим. Так что увидимся в Риме! Нам туда реально до 10 успеть надо. Связи GPS Рига.